конечно, и погнали. Вечный огонь в этом маленьком поселке снова горит. Пока наши военнослужащие подвезли нас на полу. О, спасибо. Боже, как мы их давно не видели, эти ленточки. В карман ложит, чтоб не выманул. Привет. Вот моя сестра даже длинником стоит. Поэтому на 9 мая все георгиевские ленточки все надевают. Парни всех погибших. Хорошо. Давай. И я одену. Да. Тебе завязать? Да. Давайте завяжем. Все, пока. Пока.